В это воскресенье во всех регионах страны пройдет экологическая акция «Сохраним лес». В Чебоксарах откроют 5 пунктов по сбору макулатуры. Около сельскохозяйственной академии, электромеханического колледжа, ДК «Салют» и тракторостроителей, а также на остановке «Студгородок». Сдать бумагу, картон и газеты можно будет с 11 до 17 часов. Рекордсменов по сбору ждут призы и подарки.